А меня ты не хочешь подождать, девочка? Ольга Балакина забирает свою первоклашку из сада и дальше на шопинг. До старта учебного года чуть больше месяца. Хочется еще, наверное, ощущение праздника для ребенка, да, создать, когда ты переходишь в новую школу, новый этап своей жизни. Вот для тебя твой новый спортивный костюм, твоя новая красивая форма. По магазинам в припрыжку. Варя хочет быть на линейке самой нарядной, поэтому поход начинают с выбора школьной формы. Мне вот это нравится. Какое белое? Давай сейчас я еще посмотрю, какие есть еще, если что, я его запомнила. На нем в итоге и остановились. Варя выходит, красивая. Нравится Варя, а значит нравится и маме. Идем на кассу. Фиксируем первую позицию. Так, первая позиция 2590. Школьный сарафан? Да. Так, фиксируем. И дальше за спортивной формой. Но остановились буквально в следующем отделе. Варе приглянулся фиолетовый рюкзак с медведями. Затягивать надо немножко вот так приподнимать. Разрешите его? Сами? Давайте. Рюкзак именно для первоклашек. С хорошей ортопедической спинкой за качество надо платить. Цена рюкзака 3250. В спортивном отделе глаза разбегаются от цветов. Одежда не такая строгая, значит, можно себе позволить и модный оверсайз. Толстовка 1200. Штаны 400 рублей. И весь костюм у нас вышел 1600. Мимо миниатюрных туфелек пройти невозможно. Примерка, и снова заполняем строки наших заметок. Школьные туфли 1400. Подведем итог. Общая сумма 8840 рублей. И эта сумма без канцелярии. Для наглядности зайдем на популярный маркетплейс. Например, набор из 10 тетрадей 180 рублей. Дневник в среднем 200 рублей. Можно купить уже собранный пенал. Здесь почти 1000. Не забываем и про творчество. Собираем набор для ИЗО. Краски, кисти, альбом около 500 рублей. По самым скромным подсчетам, канцелярия только на первое время обойдется примерно в 3000. А ведь еще и учебники. К этому этапу подготовки Ольга и Варя еще не приступили. Волнение есть до сих пор, потому что нет какого-то четкого плана, да, мы делаем все хаотично. Какой-то конкретной цифры нет, но и от этого, наверное, тоже есть некий страх, потому что она не заканчивается, потому что ты еще не пришел к завершению, да, всех покупок. Расходы на подготовку к школе частично сможет компенсировать единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Она назначена на детей от 6 до 18 лет, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015. Для многих семей это серьезная поддержка. Александра Панкратова, Антон Комаров. День в событиях.